Здравствуйте, друзья. Играем в японский блиц. 10 секунд на ход. Попробуем сыграть Судзи Тигай. Я люблю играть Судзи Тигай в 10-секундных партиях, потому что дебют, несмотря на то, что не очень солидный, прямо скажем, позволяет достичь интересных позиций. Ага, надо защищать центр. Кстати, был один профессионал, по-моему, на Бору Сакурай, если я не ошибаюсь, который почти в каждой черной партии пробовал играть Судзи Тигай. Иногда у него очень неплохо получалось, хотя больших успехов он не достиг. Хочет запереть моего слона, поэтому он лучше превентивно его увести влево. Ага. Вряд ли он будет играть хабурю в этой позиции, потому что уже поднято серебро со дна. Да, он уводит короля влево. Может быть, будет играть какую-нибудь анагуму или что-нибудь в этом духе. Так, мы тоже застраиваемся на левом фланге, где планируем атаковать. А, вот так вот. Хорошо. Я, конечно, не хочу есть это золото на второй линии. Зачем? Просто перестраиваю группировку фигур. Правильно. Да, все верно, все верно. Хочу прорываться. Вот это потенциальная линия для атаки короля соперника в том числе. Да, он все делает правильно. Он усиливает безопасность короля. Если он сейчас пойдет в анагуму, будет непросто играть. Так. Я увожу короля из открытой диагонали. Уши обычно слабые точки короля, поэтому они должны быть прикрыты. Ага. Ну, он пешку разменяет, конечно, я ему это даю. Ну, пешку в руку? Да, молодец, молодец. Ох, даже так. Какой хулиган, а? Какой хулиган. Ага. Не использовал мою ошибку. Ну да ладно, ну да ладно. Надо было бить пешку по пятой и в ответ на ловлю серебра вкидывать пешку на 4-7. Теперь грозит ладейный крест. Ага, вот он, ладейный крест собственной персоной. Но мне, похоже, нельзя брать серебро из-за вилки слоном. А, даже так. Ну тогда все можно, я надеюсь. Ну и отлично. Eight,
Да, тяжело атаковать. Но он молодец, он не теряется. Находит возможность для атаки. На, не отдаю пешку по пятой из природной жадности. Сейчас будем строить баррикады настоящие. Да, что тебе еще делать, дорогой? Да, вот так вот. И вот так. Ох. Зачем это ему? Ну так. Открыл слона на всякий случай. Да, это понятно. Закрывает слона моего, да? Ну хорошо, да. Так, переключение ладьей, нет? А, хорошо. Это разве что-то дает? Отойдет и вкинет пешку сейчас. Ну, будет сюрприз, возможно. Гляди, ты меняет моего слона. Он ему показался очень опасным. Ну, я все понимаю, хочет кинуть слона сюда, да? Неужто? Неужто? Да, да. Интересная крепостная формация у меня. Ну, понятно, что позиция выигранная, но надо промучиться. Надо промучиться. А это еще куда? Я заберу. Нет, ну это несерьезно. Это несерьезно. Мой дракон очень силен в этой позиции. Абсолютная сила. Так, в попыхах сыграли конем. Не знаю, хороший ход, не очень. Возьмем золотом, чтобы не нарушать форму и не допускать плавающих фигур в своем лагере. Ну а это куда, дорогой мой? Дорогой мой. Ну сюда же нет шаха с вилкой. Хотя идея интересная — приоткрыть короля в блиц. Авось не замечу. Вот, вот, начинает действовать. Так, ладьями не меняемся. У меня ладья активная, у него пассивная. Ох. Так, здесь так. Опустит ладью, наверное. Наверное, опустит ладью. Нет. Ладью он не опускает. Так, это я, может, чуть-чуть поспешил. Так, пешка сюда. Конь сюда.
Да, так и есть. Так и получается. Так. Но зато у него нет пешки для вброса вот на этот пункт и вскрытия диагонали. Так, превратились. Ну, перевернутый конь. Очень активен. Еще играет. Но здесь не о чем играть, по большому счету уже не о чем. Во-первых, так. Пешек нету, на всякий случай заберу еще одного генерала. Да нету пешек, нету, бесполезно. Так. Итак. Конечно, слева у меня слишком много генералов, а возле короля не очень много, но я думаю, на результат это не повлияет. Огромный материальный перевес, но нужно быть внимательным. Но нет, это ж вилка. Так, вилка или мат. Ну, нет, сначала заберу. Здесь, возможно, есть цуме уже, а может и нету. Нет, это не серьезно. Хорошо, попробуем. Попробуем. Конечно, тут впору играть на цуме. Может, и заматуем. Так. Не хочет он мотоваться, не хочет. Ну, наверное, ошибка, ну ладно. Ладно. Так, активизируем слона еще раз. И второго слона. Ну, теперь-то точно мат. Ага. Раз, два, три. Да, простая трехходовка. Да, это конец.